Что такое катаракта? Если простым доступным языком, это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Он от природы прозрачный и играет роль естественной линзы. Встречаются также врожденные формы этой болезни и приобретенные. Более 70% всех операций, проведенных офтальмологами России, в том числе Алтайского края, именно по удалению катаракты. Благодаря современным технологиям вернуть пациенту четкое зрение стало гораздо проще. Вот это оборудование, напротив которого мы стоим, фемтосекундный лазер. Таких аппаратов в России только 4. Они позволяют высокоточно, абсолютно амбулаторно, безболезненно, быстро оперировать катаракту и достигать очень высоких результатов. Если раньше разломы, разрезы делал хирург все-таки руками, разрушая ультразвуком, то здесь все разрезы делаются с помощью лазера высокоточно. Большая часть ядра разрушается лазером. На оснащение этой лазерной операционной краевой офтальмологической больницы потратили более 50 миллионов краевых рублей. Оборудование приобрели в конце прошлого года, а уже в январе этого сделали первую операцию. Кстати, лечат катаракту здесь бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. По заверению врачей, пациенту необходимо получить лишь направление от офтальмолога по месту жительства. Любовь Сапрыкина приехала в Барнаул из Петропавловского района края, что недалеко от Бийска. Женщину прооперировали накануне, а уже сегодня она неплохо видит буквы, планирует вновь начать читать книги. Хочу видеть своих внучиков, все видеть, всю красоту природы. Довольная? Довольная. Всего в краевой офтальмологической больнице потратили около 100 миллионов рублей на новое оборудование. И это только за последний год. Технические возможности заметно улучшились, и пациентов здесь готовы принимать больше, чем обычно. Но делать это пока не позволяют площади. В коридорах тесно, очереди. Однако уже в июле, говорит главный врач, больницу удастся разгрузить. На улице 9 мая в доме под номером 7 откроют поликлиническое отделение. Сейчас мы вот этот корпус сделали. Так. А вот этот корпус, на месте этого корпуса будет построена поликлиника с операционным блоком для дневного стационара. А когда? Примерно? Ну, сейчас на стадии проектирования. Сейчас в поликлинике офтальмологической больницы принимают до 150 пациентов в день. В основном это жители края. И самый распространенный диагноз – катаракта, избавляться от которой здесь стали с помощью лазера. Напомним, таких аппаратов в России всего 4. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком.